Это флокс конек-горбунок. Автор неизвестен. Размер цветка 3,7, высота 65-70 сантиметров, срок цветения средний. Флокс серебристо-дымчатый, фиолетово-пурпурной звездочкой. В начале распуска он, я бы сказала все же, что он розово-пурпурный, с белой звездой большой в центре. Например, вот как этот цветочек. Потом он покрывается постепенно серебристой дымкой и переходит в такую, что в середине такая пурпурная звездочка и большая серебристая дымка идет дальше по краю лепестка. Соцветие округло-коническое, большое, хорошей плотности. Сам по себе куст компактный, подвязка не обязательно. Цветет обильно, продолжительно, красиво смотрится, очень красиво издалека и вблизи, подходит для любого сада. Я его больше рекомендую сажать в ажурную тень, чем на яркое палящее солнце. Но и на солнце тоже он выглядит хорошо, у него не сплавляются лепесточки, он не выгорает до белого. Выглядит очень-очень красиво. Он очень эффектный и оригинальный. На некоторых сайтах можно встретить такую информацию, что этот флокс выведен двумя авторами, Суриковой и Константиновой Натальей. На самом деле история немножечко другая. Я этот флокс купила на цветочном рынке на Егорьевском шоссе в 2005 году. Мы ехали с мамой и сыном, остановились, понравился этот флокс. Продавала его некая Ирина Тимофеевна, она и до сих пор там на этом Егорьевском шоссе стоит, продает цветы. Вот, и когда я заинтересовалась этим флоксом, она видит то, что я разбираюсь в сортах, спросила, а не дракон ли это? Я говорю, нет, нет, точно не дракон, дракон у меня есть, а это другой флокс. Вот, и она сказала, что она его некогда купила у какого-то очень пожилого дедушки, который тоже не сказал, откуда этот флокс у него, и, возможно, вдруг это его селекции там или что-то. У нас были такие догадки. Потом я посадила этот флокс к тебе в сад. Ко мне приезжала моя подруга, бывшая Наталья Константинова, и увидела этот флокс, он ей тоже очень понравился и захотелось. В те годы я еще выставляла этот свой флокс фотографии на веб-саде, такой форум раньше я посещала. Вот. И я ей дала кусочек, она его у себя вырастила, потом поделилась с Валентиной Яковлевной Суриковой. Ну и через какое-то время я неожиданно увидела, что этот флокс продается под их авторством. Когда я об этом немного возмущенно спросила, то у меня был ответ, что ты что, хочешь третий быть в авторстве? Я сказала, нет. Конечно, дело совершенно не в авторстве, а наоборот, в том, что зачем присваивать себе чужие флоксы. Ну, в общем, каждый делает так, как хочет. Но флокс неизменно красивый. Очень-очень красивый. И вот такая просто история про него.